Я рад приветствовать всех, кто заглянул на канал, и опять же Blender 2.8. Давайте разберемся в этом ролике, как экспортировать из Blender, забрав именно модель, не сохраняя, не используя файл и не используя импорт-экспорт, вот эти вот функции. Называется все это дело GOP Addon, там V3.08, там 2.76, по-моему. Зайдем теперь в поисковик именно Яндекс. Вводим GOS Addon для Blender 2.8 скачать или пишем GOP. GOP Addon для Blender 2.8. Нажимаем Enter и вот высвечивается у вас здесь вот GOS for Blender 2.8, Fin Blender 2.8 аддоны, Blender аддоны, и короче вот здесь вы все это дело найдете. Ссылки оставлять не буду во избежание блокировки ролика и предупреждения каналу. Уже у меня такое было, кто давно смотрит, тот знает. Есть вот такие вот Blender аддоны, просто можно написать, и вот здесь вы найдете множество вот таких вот аддонов и вводите в поисковике, какой вам нужен. Вот здесь поиск файла, тоже можно впечатать аддон GOS, и он вам, если он тут есть, то найдет. Есть вот такие еще страницы. Немножко у меня интернет сегодня подтупляет. Blender made by you. Что ж они языки себе так портят? Blender, сделанный вами. Вот такая есть страничка. Здесь вы можете скачать Blender 2.81, 2.80, 2.79, 2.73. Любую вот эту программку. Здесь также вы можете посмотреть, как что делает, какая функция, что возможно, почитайте. Есть еще вот релизы, где на релизах можно вводить, вы тоже найдете вот здесь вот в поисковике, можете вбить GOP Addon V3.08 для Blender 2.8. Он вам высветит релизы Joyce Conseco, ох ё, GOP GitHub. Вот здесь вы можете приблизить, просто записать и вбить уже здесь в поисковике в ленте. Вот есть еще такие аддоны. Здесь вот тоже показывают, что да как. И присутствуют именно внизу. Перекручиваете, смотрите, читаете. Словом, вот V3, вот это вот вбиваете, вы это все найдете. Я в вас уверен. Я нашел. Причем сразу почти. Трудов не составило вот это все отыскать, зная название. Ну и давайте теперь разберемся, когда мы это все дело скачали, все это у нас находится вот здесь вот, в скачанных. GOP 3.0, 2.7, 3.08, 3.06. И вот можно нажать или зайти, допустим, в загрузки, если у вас все сохранилось туда. И вот вы находите вот эту вот zip-папку. Выкидываете туда, куда вам надо, на рабочий стол или еще куда-нибудь для лучшего поиска. Следом вы заходите на диск C. Если она здесь у вас, я сохранил эту zip-папку. Все для ZBrush у меня папка есть. Здесь вот все кисти, все вот наработки. И здесь создал папку все для Blender. Здесь у меня тоже материалы, и вот они, вот эти все у меня аддоны. Открываем аддон. Здесь вот есть вот такая вот папка Blender, Redmi и GOP 272.ru. Теперь мы заходим именно в Blender. Заходим в правки, в настройки. Находим теперь аддоны. Сейчас вот подгрузится, что-то у меня сегодня подтупляет.
Находим вот эти вот аддоны. И вот здесь жмем установить. Находим именно эту папку. Ну вот, она находится у меня в системных, в C. И опять же все это дело набиваете, находите. Вот так вот. И прям в zip папку нажимаете 308 и нажимаете установить. И вот у вас все, что вы нажимали, устанавливается вот сюда. Здесь вы выбираете тот, который подходит у вас аддон, проверяете. Если здесь нет восклицательного знака, значит он рабочий. Ну а дальше эксперимент, пробы и так далее. Все это дело сохраняем здесь в углу, сохранить настройки или ставим автосохранение настроек. Все это дело закрываем, находим, допустим, жертву, это сейчас будет куб, и попробуем его нажать режим редактирования или клавиша Tab. Заходим, колесико зажимаем, крутим, щелчок, снимаем выделение с вершин ребер, выбираем, допустим, вот ребро. Нажимаем на ребро и жмем английскую E. И экстрадируем это все вверх. Вот так вот пойдет. Ну и теперь вопрос, где же эта клавиша, правильно? Ее нету. А дело в том, что она есть, но надо вот здесь покрутить колесико. Вот вы видите, что нету именно вот этого значка ZBrush. Значит, заходим, так, мотаем все это дело. Заходим в правку, настройки опять. Находим опять аддоны. Импорт, экспорт и так далее. Подбираем, включаем другой. Ну и крутим теперь. Вот вы видите, что появилось экспортировать, импорт, экспорт. Вот даже два аддона подошли. Вот так вот. Теперь можно все это дело нажать экспорт. И сейчас эта модель перекочует именно в ZBrush. Вот она здесь появилась, но ее нужно вытянуть. Мы ее вытягиваем, нажимаем Edit. Можно нажать Make Poly Mesh. И вот так вот все это дело крутите. Вы видите, что одной стороны не видно. Этим здесь нам поможет именно Display Properties дублирование. Вот такая штука. Ну как же теперь, допустим, экспортировать отсюда в Blender, да? Заходим в преференции и находим именно GOS. Вот здесь есть модуль, так, Cinema 4D, Photoshop, Sculptress, мода. А Blender у вас может не быть. Вот этой вот почту Blender. Что нужно делать? Сворачиваем все это дело, копируем папку вот эту Blender и открываем readme файл. Вы, конечно, можете сразу зайти в папку, так, C, программные файлы и найти PixLogic. Вот она папка. Вы ее находите. ZBrush 2019, 18, 8, 7. Это вот какая у вас установлена. Смотрите индивидуально. Ну, здесь надо найти папку GOS-Apps. Ее, в принципе, я не нашел. Вот так, если лазить по папкам. Ну, чтобы не заморачиваться, есть такой путь. Мы открываем документ вот этот readme. И копируем вот этот путь. Просто мы его копируем. Жмем копировать. Нажимаем на верхнюю вот эту папку здесь. На верхнюю вот эту вот. На верхний путь здесь что написано. И меняем его, вставить то, что мы скопировали. Нажимаем Enter. И вот он нам находит именно согласно этого пути GOS-Apps. И вот сюда мы должны скопировать именно вот эту вот папку Blender. Она вот здесь вот появится. Вот так все эти папки выглядят. GOS. Blender тоже вот
у нее свои пути тут, информация. И теперь вы опять возвращаетесь уже в ZBrush, жмете преференции, и у вас появляется вот эта Patch to Blender. Вы можете ей экспортировать. Вот вы находите путь или жмете Browse. Находите именно .exe вот этот файл. Можете вот нажать на запуск Sculptris. Открыть, и он будет экспортировать Sculptris. Можете найти на C диски программные файлы. Найти папку с Blender Foundation, Blender. Нажать вот на запуск, ну вот этот, на главный значок, который запускает программу. Он здесь высветится, и вы можете нажать «Открыть». Все, теперь путь прописался, и теперь можно нажать «Преференции», нажимаете «Blender», или просто заходите в «ГОС» вот здесь, и нажимаете «ГОС», и модель уходит именно в «Blender». Ссылки, если вы не найдете вдруг на вот эти «ГОСы», я могу вам именно почтой выслать, но под видео я их кидать не буду. Уже повторился во избежание казусов. Все, всем пока, теперь до свидания.